Всем привет, сегодня снова с вами Базон, и сегодня мы продолжим прохождение игры Final Exam. Будем проходить шестую миссию. Давайте начнем игру. Так, набор я поменяю на ломик. Калаш так оставим. Молотова все остальное тоже оставим. Давайте начнем игру. Сейчас будет очередная предыстория какая-нибудь. Ну, это тот верзил, который его придушит чести. Хотя мы его побили, он почему-то тут ломает пол и отправляет нас в подвал какой-то. Да, подвал был, конечно, не очень хороший. Так. Чего у нас тут в подвальчике? Какие-то трупаки, монстры. Разрабатывает вакцину. Нужно будет его, в общем, защищать. Урон, конечно, меньше, но зато скорость атаки больше. Так. Ну, они, в принципе, кидаются-то не на него, а на меня. Он даже здесь большую верзилу поймать умудрился. О, собачки опять. Он-то держит блок, а эти все равно получают урон. Если он через некоторое время отпускает блок или его пробиваешь. Даже фомочка быстрее получается разбираться с ними, нежели чем битый. Они тут как бы и жирнее, и прочнее. Как ты, Фомка, быстрее с ним разбираешься-то? Ребята, идите там погорите немножко. Получается урон в секунду больше, чем с битой. Бита помедленнее будет. Возьмем, то что хрен знает, где этот босс будет, то может быть в ближайшее время еще и босс будет. Что-то как-то с Фомочкой меньше страдает, чем с бейсбольной битой этой. Лучше вдаля какой-нибудь катана меч. Было бы проще резать. А, еще и волна. Вообще красота.
Надо держать большую часть их всех в одной стороне. Чтобы... не бегать там, не собирать их по частям где-то. Давайте эту псину завалим. Ух ты какой. Вот они приемчик конкретно нравится. Существенные, компактные. Кроме того, что убиваешь всех, так еще и дофига урона наносишь всем окружающим. Кроме того, что и одного дубасишь, так еще и всех, которые рядышком. Так, автомат Калашникова у нас полный. Чё ты сёшься-то, очко ты не промочил. Ну да, я знаю, что я невероятен. Так, нам сюда. Какой-то агрегат здесь. Чё ты трясёшься-то всё? Биологи все такие трясущиеся, получается. Так, чё? Взять какие-то две пробы. Ладно, сгоняем, возьмем. Так, с одного возьмем. Так, одного мы взяли. И тот трупак испарился. Ух ты. Под нами бежали, при этом под нами взрывались. Круто. Поджарим. Быстро поджарились, однако ж. А, наверху. Ну ладно. Наверх так наверх. Чё тут у нас? О, пробу возьмем сразу и начнем разбор полетов. Давайте подлечимся на всякий случай. Вот так вот эффективнее будет. Даже так вот. Даже эффективнее намного, чем биты вообще бить. Просто этим приемом. Способность так что лучше качать всего. Так, давайте. Одного гада здесь возьмем какого-нибудь. А, хотя в углу можно всю пачку перегасить. Я брутальный мужик. Даже патронов дофигища осталось. Ну и ладно. Ладно, у нас полный фул. Восхитительно, само собой, вон 10 тысяч. Какое достижение получили. Так, нам нужно какие-то агрегаты найти. Так, где у нас тут вход? Где выход? Так, вниз. Куда-то сюда. Вот чем собаки, конечно, они на потолок лезут. Так прям и норовят туда. Прям их хочется взять.
Так, нужно две запчасти. Пойдем искать запчасти. Так, одну мы знаем где. Где-то здесь наверху. Так, вот там где-то. Наверху. Ладно, подвижемся так побыстрее. Вот он. Какой-то движок, что ли, получается. Так. Как обычно, нормально нанести нафиг туда даст. Так, и лапка-нибудь дырка в полу, быстрее дойти туда. Так, нам вот сюда можно. Так, ну запчасть мы принесли. Идите сюда все, куда вы там залазите все? На, свинцом накормил. Благо патронов здесь дофига. Надо немножко попользоваться чаще. Так, вертушка. Ее достать там где-то на крыше. Вот она. Пропеллер. Как обычно. Не летающие. Любители пожалить. Жалом поводить. Чем всю кучу собрать в одно место и дубасить. Хоть только одно жало здесь лазит. Они не такие жирные, как другие. Вон заодно и патрончик еще подобрали. Такие 4 мячика футбольных. Уже и пятый подошел. Сначала мы одного тут поиграем. Гамбургеры надо не отпускать. Давайте подлечимся, чтобы уж полные быть запасы здоровья. Да. Воздушных целей много. Давайте перезарядимся, возьмем винт и почешем к профессору. Воздушные баталии, блин. Че он там все трясется? Жену захавали, если хотели. Шкала у нас способности тоже полностью заполнена. Так, растения нужны какие теперь образцы. Ну, растения, так растения. Что, нам жалко, что ли, цветочки? Мы же не Гринпис. Вон, псина какая-то за нами понеслась. Пока, ребятки. Так. Называется Mortal Kombat, зажимание в углу. Нечестный прием. Зажимаешь, и враг ничего не может сделать. Так, мне нужен выразить цветочка еще один.
Где-то тут был. Вот он. Так, второй цветочек есть. Найти помощника теперь надо. Так, помощник у нас хрен знает где. Туда дальше. Пускай сам там себя ликвидирует. Какой-то подвальчик вот моего. Так, надо избавиться вот от этого. А-та-та. Налупим по жопе. Под капли не попадаемся. Ух ты. Идите поджарьтесь там. Еще эту пробку выдирать надо. Брать и таскать с собой. Ну иди, взрывайся уж сам. Самое геморроидальное задание. Притащить. Еще пробку-то выдирать приходится несколько раз нажимать на кнопку. Потом еще подбирать ее. Короче, куча действий. Если же можно так позабавиться. Синя, ты на кого здесь свою слюну давишь? Так. Пойдем еще одну пробочку воткнем. Да, надо тоже можно, в принципе, даже не вытаскивать и забить. Теперь стая какая-то приближается у нас. Самое здесь, что мы хватаем их, но не заражаемся. Самое веселое, когда забираешь, в углу запираешь толпу и начинаешь эти своими же друзьями. Собачка там поскуливает. О, псинки. Ну, взрывайтесь уже, чего уж там. Так, у нас тут куча псин, надо так, чтобы узкий проход все забить. Еще хавку заодно подарили, спасибо, ребята. О, простая собачка вылезла. Ну, это не... как раз таки даже наоборот лучше. Какой-то косой чувак. Так, нам наверх. Нужно нам свалил уже, бежал обвижа. А то что-то тащится еле-еле. Ну давай, что-то там. Шевели жирком. О, псинка пришла. Даже так.
Ну и чё тут у нас? Чё-то уроки кулинарии. 8 монстров блендер. Ух ты. Я чё, ещё и должен монстров ловить теперь? Ну ладно. Потаскаем, нам чё жалко. Ничего, с этими псинками разобрал, что они мешали. Потом разберемся, как того запихать. И как нам бросать их в блендер? Сверху, что ли? Так, немножко подубавить вас. Слишком вас много больно. А, вот так вот. Ну, понял, иди сюда. Ты следующий. Просто нужно, как гранаты кидаем, хватать их и... Вот мне тоже не нужен. Не нужен вот этот. Чебурек взрывающийся. Гранат только перевел зря все. Ну и ничего, сейчас. Наберем еще. Нужно теперь взрывающихся, главное. Таким методом лучше, короче, стоять наверху, чтобы хватать их и швырять сразу. Ну, ребятки, давайте, идите сюда, как раз взрывающийся. Так, это не тот. Не нужно... О, вот, и давай, иди сюда. Блин, детонирует. Конечно, с русификатором приятней, но то, что перевод корявый. Ну, в смысле, клавиш управления. Так, еще двоих теперь этих взрывающихся надо найти. Кис-кис-кис-кис. Иди отсюда нафиг. Во, иди сюда, давай-давай. Так, еще одного осталось. Киски-ириски. Ну, а вы-то мне нафиг не нужны. Вас тут ошвырять даже без толку. О, вот это надо взять. Спасибо, чувак. Ну давайте, где вы там? Еще один. Вот он как раз. А, теперь еще и псин. Тут счется еще и босса, что ли, запихнуть надо будет. Вот она, блин. Какая радость. Только вспомнишь, вот и оно. Еще одну псинку надо найти.
Вот как раз псины, которые мне нужны. Собачка. Так, еще одна псинка мне нужна. Куда босс-то ушел? Ух ты, ёшкин матрёшкин. Лучше бы я про него не вспоминал. Собачки. Давай, иди ко мне, малышка. Ух ты, ёпт, еще и летающий. Короче, сами весь комплект. Весь фарш. Останется еще пока босса. Теперь еще и больших надо ловить и мочить. Этих летающих потом. Васявка. Сейчас надо с этой боссом разобраться теперь. Целый геморрой собирать коллекцию этого всего шушманного. Бойся, come here. О, как раз. Как по заказу прям. Остался один всего лишь. Какой боссе? Двоих жалом, что ли, каких-то там. Этих, что ли, бросать? Нет. А, ну да. Ребята, идите сюда. О, как раз ты мне нужен. Блин. Как раз еще один нужен такой. Все, походу, все. И даже боссу завалили. Так, защищать меня. Да, было бы чем защищать. Где этот босс это? Тузик. Да, защищать. Если у вас тут целая кучма валится.
Только так и получается, что прыгать от вас. Приходится вас задубасить, чтобы хотя бы мне что-то дали. О, это самое то вообще в тему. Так, патрончики, патрончики, давайте сюда. Делитесь, делитесь, ребята. Давайте босявые подгоны сюда. Жалко такую хрень с боссом не сделать. Всех в одну кучму. Главное, чтобы босс не поднимал сюда. Ух ты, ёшки-матрёшки. Чувак, только не поднимайся. Вот этого еще только не хватало. Вот такой разворот устроим. Пока там босс где-то внизу курит. Как обычно, ближе к концу всякая волна лазит. Приходится вот так вот разгребать завалы. Как всегда. Успей нажми туда, куда, не знаю, куда. Да пофиг, я на твой блок клал. Я тебе и так разделаю. Псины все. Ох, какая пачка смачная лежит. И умирает, как красиво. Да вошли вы все нафиг. Чего вы ко мне пристали? Не хочу с вами знакомиться. Это такие какие-то гомосексуальные у вас наклонности, ребят. Так, у нас там еще остался один, по-моему, босси. Но у меня на этот случай уже есть два подарка ему. Это две гранаты. И целый запас патронов. Да, конечно, собирать 6 монстров и тащить их, кидать в эту мясорубку. Потом еще защищать, тут уж с каждым уровнем все больше и больше монстров. Ну все, вот мы прошли этот уровень.
Вот. Все, всем спасибо. Ждите продолжения. Ставим лайки, подписываемся, оставляем свои комменты. Я буду отвечать на них. Всем спасибо за внимание. Ждем дальнейшего продолжения игры. Всем пока.